Эндов кейс, удача тут ни при чем. Заходи и забирай свое. Так, все, ребята, не отвлекаем. Сейчас мне надо его затащить, реально сделать. Я не поняла. Я поняла уже, что меня ждет. Я поняла, да. Я поняла. Все, я уже поняла. Что я нюхаю пету. Я поняла, все. Базара нет. А как через стену? Передай привет. А какой тут привет? Какой тут в жопу привет? Меня разносят как бота Галимова. Просто разносят. Я не успеваю ради... Да дай мне хотя бы это прождение пройти. Чувак, у тебя что? У тебя... Дядь, вырубай читы, дядь! Я боюсь, вонючка. Дядя, ты крутая. Да какая нахрен? Я сейчас нюхаю пятку, как будто я... Я в шоке. Подожди, тебе надо сыграть ситро. Я в шоке! Стоп. А чё это вот этот прицел не работает? А чё прицел не работает-то? А что с прицелом? Объясните мне, ребята. А чё с прицельчиком? Я знаю, в чем дело, ребята. Помните чит-жилетка? Помните чит-жилетка X2? Это она. Да. Стопудово. Я вам реально отвечаю. Смотрите, я не успеваю даже шагнуть. Я не успеваю даже сдвинуться с места. Как он меня убивает. Я даже не успеваю рыпнуться. Чё ты такой дерзкий? Через стену как? Дядя! Как ты через стену пробиваешь? Это читы, вы думаете? Я так, смотрите, я вообще не успеваю ничего сделать. Да. Все, он читал. Класс. Как я покажу нож, если мне... В смысле 99? У тебя, дядь, у тебя шо с башкой? В смысле 99? Ты живешь на 90... Ты живешь на одном хп? Ты вообще охренел? Ты вообще в этой жизни охренел и страх попутал, дядя? А почему у меня через стену не простреливается? Не? Это чит? Пишут, что это чит, я вам верю. Я вам верю, ребята, потому что такую фигню я вижу первый раз. Давайте, 99. Да. Да, давай. Угу. Да, было 77, а сейчас 79, когда я в тебя попала. Занюхай пету, читак ты галимый. Занюхай. Давай. Артём, не спам, пожалуйста, Артёмчик, не спам, друг. Один на один я сейчас не пойду. Смотри, пожалуйста, описание, потому что большая очередь. Хорош. А у него как прицел? Сам по себе включается, типа, или как? Вот реально. Вот реально, как у него включается прицел, автоприцел? Это не читы. Он реально такой резкий, ты хочешь сказать? Он реально такой резкий? Ну, блин, ребята, знаете, пятка, она такая. Пятка на вкус и аромат, она такая, да, ага, спасибо, это про
Да это не просто. Слушай, дружище, реально, ветер-бой, вот этот ветер-бой. Зайди, пожалуйста, в следующий раз, когда будет Ситроха, и сыграй с ним. Потому что вот на тренинге у нас он не смог сделать X3. При том, что он дикий. Он реально дикий. И у нас было какое еще там что-то 20-35, типа что-то такого. Но это вообще... Ты тоже такой легенда? Нет, это очень жестко. Быстрый? Да какой ты быстрый? Подождите, надо разобраться. Подождите. Это чи ты или ты кибер? Реально надо разобраться, потому что, поймите, по-хорошему надо разбираться, потому что, так дело дальше не пойдет. Не хочет писать, потому что не Тити, а Читы. Ну, ты понимаешь, что не Тити. Я говорю не Тити, а Читы. Не хочет реально. Твоя отмазка никому не нужна. Так ты сыграй против него, пойди. Если ты такой...